какая-то свистель поет. Ух. Дома. Жарко будет. Пусть постоянно погреется на солнышке. Вода стиснет в них. Покурим местного табачку. Вот, так как сигареты закончились, оно может даже и к лучшему. Так, батончик. Племянники заезжали, оставили батончики, сырочки, корочки, чего тут только не оставили. Можно еще неделю жить. Сейчас быстренько смажу. Потом посмотрим, что-нибудь приготовим. Может, ухи, как они просили. Только я уже буду есть ее один. А, чтобы уху сварить, нужно поймать щуку, а я ее отпустил. Значит, есть повод поймать еще щуку. Сыр чеддер. Так, положим его так. Где-то колбаса лежит. Да, в крайнем случае есть сало. Тоненькую кромочку отрежем и птичкам отдадим. Мало ли кто там поклевывал. Ощущение, что кто-то грыз. А грызть у нас могут и птички, и мышки. Всем доброго утра. Наступил новый день. Ну, у нас рыбаков тоже он наступает по-своему. Встал раненько, попил чайку, позавтракал плотно, потому что уезжаешь на озеро на целый день практически. Приезжаешь, смотришь жерлицы, которые встали. Соответственно, в первую очередь им предпочтение отдаешь, но потом уже всем остальным. Ну вот и так же я приехал. Из всех жерлиц у меня почему-то стоит только одна жерлица. Поэтому все остальные подождут 5 минут. Всем нужно проверить. Их нужно прочистить лунки, потому что они замерзли. Вот. Проверить на наличие живца, иначе без живца ничего не поймать. Вот. Ну и потом опять же в течение дня ждать, когда клев подходит, если щуки есть ход. Ну или просто сидеть и ждать с моря погоды. Поэтому вот у нас единственная жерлица, которая встала за ночь и с утра. Мы сейчас ее проверим. Размотала она полностью, поэтому надо будет проверить. Лед за ночь опять промерз сантиметр на 2-3. Поэтому надо будет долбить все жерлички. Хочешь ты того или не хочешь. Вчера было, да, замечательно. Вчера не такой сильный мороз был. Тут размотано не очень. Скорее всего, кто-то подошел, схватил и выплюнул. Кто-то бы уже подсекся бы и сидел. Да, никого. Никого. И живчик живой. Давай, дружище. Делай попытку номер 2. А потом попьем с вами чайку, когда все прочистим. Смотрю, солнышко вылазит, небо чистое, ясное.
То есть денечек должен быть погожим, возможно, немножко клевным. Хотя давление, говорят, с города не очень. Ну, у рыбы свои правила. Погнали. Иду я такой, иду, а тут бах и сработка прямо на глазах. Не знаю, кто тут похулиганил. Будет ли еще мотать? Может, окунь. Тут я поставил мертвого окуня. Ой, мертвого жука. Так как понимаю такую ситуацию, что когда давление низкое, щука не такая активная. Ей гоняться за живым живцом не так уж-то сильная охота. Поэтому мое наблюдение таково, что когда давление низкое, щука пассивная, ей, если и хочется брать живца, то минимум активности, чтобы у него было. Ну, то есть он должен быть или в полумертвом состоянии, чтобы он не смог убежать от нее. Потому что за большее шустрым живцом она гоняться не будет и, скорее всего, проплывет его мимо. Ну, скорее всего, здесь окунь был. Потому что... Опа! Ну, еще и, скорее всего, стащил мне моего живца. А нет, не стащил. Вот живчик этот полумертвый. Но... Сработка на него получилась быстрее, чем нежели на тех, которые живые. Вот результат. Сейчас попробуем выставить ее заново. Возможно, отработает быстрее. Какое солнышко! Как блестит солнышко! И полный штиль такой. Ну, в общем, пока заканчивал зачистку всех жерлиц, смотрю, фишка, которую я переставил, которую мучили окуни, и тут стало. И в данный момент полная размотка. Вот здесь вот, скорее всего, друзья, стоит щука. Потому что окунь здесь не будет играться. Здесь все серьезно. Эту серьезность мы сейчас будем вылавливать. Опа. Идет эта серьезность. Вот такая серьезная. Ой, какая ж ты черная. Черная, чумазая. И вот так вот слегка захватила. Ну, молоденькая такая. Местная. Знаешь, если бы я был бы такой бы голодный, конечно, я бы тебя взял. Но я пришел сюда за крупненькой. Поэтому отпустим ее. Давай, бежи. Ой-ой-ой, давай. Чего ты? Ныряй. Или ты не хочешь? Э, налить только, под налить не залази. Боже ты мой. То я знаю вас таких. Ты глянь. Надо придется руками брать. Хотел отпустить щуку, так она еще не туда, не в ту дырку влазит. Чуть в наледь не убежала. Вот туда. Вот теперь правильно пошла. Такаться под нами наледь, и там прослоечка. И она между этот верхним слоем
пытается туда защемиться, а там, там жизни нет, там смерть. Вот. Поэтому нужно было ее направить в нужное русло. Блин, перчатки намочил здесь. Ну, в общем, щучку поймали, щучку отпустили. Нормальный расклад. Подождем крупную щучку. Погодка шикарная, солнышко светит. Что-то здесь такое серьезное. Смотрите, как дергает. Надо поторопиться, пока не сломало. Она так дергает. Я-то думал, тут крокодил дергает. Думал, сейчас жерлицу сломаю. А это ты, красоточка. Я ж уже подобную отпускал. Но это, по-моему, покрупнее, чем ту, которую я отпустил. Тебя-то я не отпущу. Вот, раз ты пришла, и причем взяла, походу, вот недавно. О, еще и живец живой. Еще и живчик порхается. Но все же. Опа. Хорошо схватило. Прям так бух-бух. Бьет так красиво. Это, наверное, тоже один из плюсов петровичьих жерлиц, что прям видно, как красиво бьет. Ну все. Раз, два, три. А ну не шибко сильный крокодил-то. Но все же приятно. Еще там одна стоит. Сейчас посмотрим, что там у нее. Поехали на проверку жерлиц.
пойдемте посмотрим, что мы там поймали. Мне прям хочется вот именно в этом месте поймать хорошую трофейную щуку. Потому что здесь я поставил жерлицы только на крокодилов. Только ради них сюда езжу. Но попались только две трешки. А это так. Что-то не сильно-то и размотано. Что так-то? Да, лежала. Она покушала моего жильца. А пойматься не поймалась. Да. Стырила моего живчика. А у меня были планы на эту жерлицу. Охо-хо. Ну, по крайней мере, подходит. Даже. О! Ничего себе! Друзья, не-не-не! Здесь не птички. Здесь сидит. Так, пока он сидит. Крючок надо взять. И вам видно хорошо. Ну что, будем пробовать? Хупа! Подсекать. Я скажу, что здесь... Ёлки-палки. Вот такая. Хорошо, что меня так напугало-то. И тоже взяла. Едва-едва. Вот. Не хотят они ловиться и кушать не хотят. Давление. Это вот сегодня третье. Чудом взяла маленьких. Маленьких укушают. Пока мы там с вами щук других ловили. Здесь, смотрю, Петрович стал. Так. Ну, по Петровичу надо посмотреть аккуратно. Здесь тоже промерзает. А, ну так, промерзло, но не очень. То есть, плюс Петровича, то, что толщина льда у нас буквально 0,5. То бишь, если он станет... Ну что, пробуем. Есть щучка. Такая небольшая. Опа, стала. Стала поперек, друзья. Охо-хо. И не хочет идти. Крючочек. А твою мать, нехай. Ой, друзья, здесь что-то такое серьезное. О, поперек стало. О, еще одна крокодилица. Ха-ха, еще одна трешечка. Отлично.
Вы мои красавицы. Ух, хороша. Еще одна трешечка. Ну вот, Петрович вытащил, выдержал трешку. Посмотрим, что он выдержит еще у нас. Ах, какая хороша. Потащила хорошо. Вот только ради такого адреналина. Их стоит ехать в дальние края. Ради таких экземпляров. Ради такой темненькой, вкусненькой щучки. А то мне звонят мужики, говорят, мы 40 штук поймали. Я говорю, размер скажите, пожалуйста. Ну, килограмм, полтора, полкило. Ну, двушка самая большая. Я говорю, спасибо, мне такая рыбалка неинтересна. А мы охотники, охотники за хорошими. Сначала мы сюда приехали осенью. Узнали, где, в каком месте хорошая клюет. А после этого приехали на первый лед. И теперь уже на зимнюю серьезную рыбалочку. Так, ну что, щука добрая. Я бы так сказал, вкусная. Давайте ее усыпим, чтобы достать крючок. Так, и поедем туда, на дальний кордон, где должны быть хорошие зачетные мамки. Раз охотятся здоровые. Ух, какой экземпляр. Так, выставляем. Подмерзает. Так, раз, два, три. Так, сделаем. Ставим жерличку. Это слегка покрупнее даже, чем та, которая у нас была первая. Так, налить, посмотрим. Шурует. Шурует. Так, ну что, пошли проверять. Все тоже пойдем проверим. Такой красивый закат. Ух. Ветер, греться и лечиться, выздоравливать надо. Так по дорожке. О. Ладно, поехали печку топить. А вот и долгожданный снег. Пошел снежок, да такой активный, обильный, с ветерочком. Снег пошел. Снег хорошо. Тепло на улице. Сегодня у нас задача залезть сейчас на крышу и почистить трубу. Вот, пока мы сейчас пару дровишек колонем. Потому что хорошо, конечно, пользоваться дровами, которые накололи друзья. Вот, но если я сам приму еще активное участие колки дров, то это тоже будет замечательно. Надо
уколоть сколько можно. Так. Это вот. Да. Ну попробуем. Да. Ага. Хочет. Но мы его сейчас заставим. Давненько это не делали. Есть такое дело. О, сразу пополам. Так. Звонки. Сейчас перенесем. Пришло время почистить трубу. Иначе, если ее не чистить, она забьется и будет кирдык. Надо залезть на крышу. Никогда это не делал. Буду делать. Первый раз. Эй! Есть кто живой? По-моему, никого. Так, ладно. Полезли. Берем палку, на ней специальная штука, называется трубочист, и опускаем ее в трубу. Делаем пару таких движений, вот, чтобы вся налипшая фигня вылетела, нагар, вот. Теперь оно валит из трубы прямо ого-го. Сразу дым идет и весь нагар вылетает. Ну а теперь также аккуратненько слезаем с крыши. В деревенских домах это в принципе стандартная работа трубочиста. Если ты не будешь чистить трубу, в один прекрасный момент дым пойдет через задвижку и можно угореть. Поэтому трубу надо чистить хотя бы раз в 3-4 дня. В зависимости от того, какими дровами вы палите. Если сосновыми, то раз в 3 дня. Если березами, то можно раз в неделю и попозже. Ну вот мы почистили трубу. И корочку мы сейчас сделаем быстро. Значит, что для этого нужно? Значит, взять снегоход, выехать в тайгу, пробурить кучу лунок, поймать в итоге одну щуку, перевести ее к себе в палатку, вскрыть, достать и корочку. Освободили. Значит, мы берем с внутренней стороны икры вот так вот ножиком. Раз так надрезаем, чтобы нам удобнее было. Чистить ее. Икру мы делаем для себя, поэтому
просьба на всякие там нюансы не обращать внимания. Я ее делаю для себя в данный момент, поэтому не занимаюсь там чистотой тарелки. Это вам надо, мойте. Ну вот, вытаскиваем ее. Полностью очищенную. Так. Перемешали. Видно, что никаких тут элементов нету. Берем на глаз примерно одну столовую ложку соли. Одну чайную ложку соли, пардон. Вот на эту. Вот столечко будет великолепно. Одну чайную ложку взбиваем. Икра готова. Минут 15 надо ей постоять в тепле. Поставим сейчас ее, пусть она подойдет. И потом будем кушать. Ну вот и прошло больше даже получаса. У нас получилась вот такая икорка. Яхонтовая, чистенькая вся. Теперь берем батончик. Укладываем. И намазываем. Положили от души сколько хочется. Супер. Просто объедение. Прям чувствуется живой продукт. Но это на ужин. Поставим. Ну вот и подходит к завершению наша 8-дневная рыбалка. Начинаются ветра какие-то непонятные. В общем, а клёво от этого не улучшается. Поэтому я принимаю решение. Хорош отдыхать. Оно, конечно, на свежем воздухе замечательно, но надо и честь знать. Пробурил сейчас отверстие, точнее лунку. Выпускаю остатки живцов, которые у меня остались. Пусть здесь разводятся. Кто-то живой еще, кто-то не очень. Пусть здесь разводится. Еще рыбки полно. Там разберутся, как им и где тут жить. Вот. Ну а мы продолжаем собирать все жерлицы. Сегодня была благодатная рыбалка. Сегодня крещение. Всех с праздником. Ну и соответственно по крещенскому отловились. Выехали на озеро. Выставил жерлицы. Была поймана мой трофей. Уже зимний. 2023. Это девятка. 7,5. Две трешки. Полторашка, двушка и два окунечка. Отлично, можно ехать теперь и домой. Сейчас в избу. Не забывайте подписываться на наш канал. Ставьте колокольчик. Мы обязательно с вами куда-нибудь отправимся еще. Какие-нибудь путешествия. Наш озер достаточно. Есть куда погонять. Вот. И обязательно съездим, порыбачим. Посмотрим что-нибудь в этом году. До новых встреч!